рассказали. Воскресенье случай этот был. Незнакомец прямо на базаре людям счастье просто так дарил. В очередь стояли целым миром, кто корзину нес, а кто мешки. А потом бежали по квартирам с ношей счастья наперегонки. Ну а много ли надо? Да ведь самую малость, чтобы стол был накрытым и жена улыбалась. Сыновья уважали и внучата любили, чтобы дочки ко мне за советом ходили. Забрали счастье в три минуты, думая, что запаслись им впрок. А когда домой вернулись люди, заглянули каждый в свой мешок. Тотчас от обиды онемели, зря пришлось тяжелый груз тащить. Лежал листок бумаги белый. Счастье в жизни нужно заслужить. Ну а много ли надо? Да ведь самую малость, чтобы стол был накрытым и жена улыбалась. Сыновья уважали и внучата любили, чтобы дочки ко мне за советом ходили. За советом ходили.